Глава первая. В дальний путь. Это носилось в воздухе. Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Унден Скотт прислушался, из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Лондон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «На кой черт мне волк в Калифорнии?» — спросил он. «Вот и я то же самое говорю», — ответил Мэтт. «На кой черт вам волк в Калифорнии?» Но эти слова не удовлетворили Скотта. Ему показалось, что Мэтт осуждает его. «Наши собаки с ним не справляются», — продолжал Скотт. «Он их всех перегрызет. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему». «Настоящий бандит, что и говорить», — подтвердил погонщик. Уинден Скотт недоверчиво взглянул на него. «Нет, это невозможно», — сказал он решительно. «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «Да вам придется специального человека к нему представлять». Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как белый клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь. «А все-таки здорово он к вам привязался», — сказал Мэтт. Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас всех к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать!» «Я не спорю. Только. Что только?» — оборвал его Скотт. «Только!» — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится. «Чего вы так взрепенились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так и не знаете, что делать». Минуту Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном. «Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда». И, помолчав, добавил. «Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой». «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. «Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина». «Каким образом он догадывается, что вы уезжаете? Вот чего я не могу понять. Как ни в чем не бывало?» – продолжал Мэтт. «Я и сам этого не понимаю», – ответил Скотт, грустно покачав головой. А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины белый клык увидел, как хозяин укладывает вещи и тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У белого клыка не оставалось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовится к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам
и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. В хижине только что легли спать. «Он опять перестал есть», — сказал со своей койки Мэтт. Уиндскотт пробормотал что-то и заворочился под одеялом. В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет. Одеяло на другой койке опять пришло в движение. «Да замолчите вы!» — крикнул в темноте Скотт. «Заладили одно, как старая баба». «Совершенно справедливо», — ответил погонщик. И у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам. А когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло, меховые одежи, хозяина – брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взваливали вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но белый клык отказался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Гудок!» – крикнул Мэтт. С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены. «Кончайте прощаться! Да не забудьте захлопнуть переднюю дверь. Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь». Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за хижины. За дверью слышалось тихое повизгивание, похожее на плач. Потом белый клык стал глубоко всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте, слышите?» Он остановился. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшим вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы. И он не отвел и не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. «Вы заперли переднюю дверь?» Скотт кивнул головой и спросил. «А вы заднюю?» «Конечно, запер.
горячо ответил Мэтт. Белый клык заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним. Придется увести его с собою. Придется. Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним. Но белый клык проскользнул между ногами пассажиров, увертываясь, швыряя из стороны в стороны. Он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему. Сколько времени кормил его? «А он меня теперь и близко не подпускает», – обиженно пробормотал погонщик. «А вы хоть бы раз покормили с того первого дня? Убейте меня, не знаю. Как он догадался, что хозяин вы?» Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху. «А про окно мы-то с вами забыли? Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил». Но Скотт не слушал. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт. Прощайте, дружище, вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я... Что?» – вскрикнул погонщик. «Неужели вы? Вот именно. Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу». Мэтт задержался на сходнях. «Он не перенесет климата. Вам придется стричь его в жару». Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уиндон Скотт помахал Мэтту на прощание и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним. «Ну, теперь рычи, негодяй, рычи!» – сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам белого клыка и почесывая ему за ушами.